Футболка – это классический элемент любого гардероба. Но как лучше всего хранить футболки? Выяснилось, что существует как минимум 4 способа, как сложить футболки. В сегодняшнем видео я расскажу вам о них, а также и способ, как сложить футболку меньше, чем за 3 секунды. Способ номер один – обычный. Это простой способ, которым большинство людей пользуются изначально. Положите футболку на ровную поверхность, сложите ее пополам, затем согните рукава внутрь. Теперь сложите футболку пополам еще раз. Можно остановиться тут, либо сложить ее еще раз пополам, чтобы она занимала меньше места. Преимущество такого способа в том, что он простой. И он одинаково подходит для хранения или путешествия. Недостатки в том, что, скорее всего, могут появиться складки после того, как футболка полежит. Второй способ – матросский валик. Также его называют армейский, но я моряк, так что вы уж простите. Он популярен у военных, так как занимает очень мало места. Положите футболку лицом вверх, согните нижний край на 5-7 сантиметров, разгладьте ткань, чтобы не появились складки. Затем сложите футболку на треть к центру. Возьмите рукав и сложите его внутрь. Сделайте то же самое с другой стороны. Теперь можно начать скручивать. Начинайте с воротничка. Когда дойдете до конца, то возьмите согнутый край и заправьте в него валик, чтобы он не раскручивался. Такой способ занимает очень мало места, так что он отлично подходит для маленьких сумок, когда вы путешествуете налегке. Недостаток этого метода в том, что он занимает больше времени, чем все остальные способы. Третий способ – повесить на вешалку. Третий способ не требует никаких складываний или скручиваний. Надо просто повесить футболку на вешалку. Кстати, лучше используйте пластиковые вешалки для этого. Потому что проволочные вешалки могут сделать бугорки на плечах. Это ужасно выглядит. И придется снова кидать футболку в стирку. Большой плюс этого метода в том, что не будет никаких складок, которые появляются, когда складываешь одежду. Да, если у вас большой шкаф, в котором много места, это отлично подойдет. Так как самый большой минус этого метода, если у вас маленький шкаф, то у вас быстро закончится место. А если вы путешествуете часто, то вам все равно придется складывать футболку. Метод 4. Мой самый любимый. Сложить за 2 секунды. Этот способ за 2 секунды складывает футболку, и она выглядит отлично. Положите футболку на поверхность, разгладьте. Надо представить две линии. Первая проходит по центру. Вторая проходит от воротника к краю футболки. Там, где эти линии пересекаются, будет точка А. Верх футболки будет точка Б. И низ футболки будет точка С. Возьмите левой рукой за точку А. Убедитесь, что берете сразу обе части футболки. Затем возьмитесь за точку Б и соедините ее с точкой С. После чего расправьте руки и положите футболку лицом вниз. Используйте стол, чтобы сложить футболку до нужной ширины с обеих сторон футболки. Если надо, то можно сложить ее пополам, чтобы сэкономить место. Немного попрактиковавшись, вы будете очень быстро складывать футболки. Это так, нет более быстрого способа, чем этот. Вот и все, господа. У вас теперь есть на вооружении 4 метода, как сложить футболку. Так что в любой момент, когда они вам могут понадобиться в путешествии или еще где, вы уже подготовлены. Для детальной инструкции, как сложить футболки, читайте сопроводительную статью на realmenrealstyle.com.